стройка днем и ночью идет. Всем большой привет, зрители нашего канала. Итак, у нас наступил вечер, и мы с вами идем гулять по Батуми. Сил, конечно, нет никаких, потому что от солнца человек очень сильно устает от моря. Но мы, как говорится, взяли руки-ноги и пошли. Так, смотрим, где у нас тут концерт был недавно. Это ресторан. Какое здание красивое. Так вот здесь был концерт, вот на, вот на этой штуке. Это кажется. Построили, наверное. Концерт был вот снаружи. Потому что мы потом шли к фонтанам, или там какие-то беседы стояли. Все, позабыли уже. Ну вот, фонтан. Так, а здесь огромная аллея с теннисными столами. Ну да, теннисные столы там, значит. Смотри, туда. Юр, и вот здесь, вот и вот, вот поющие фонтаны. А там дальше парк. Смотри, получается, здесь и ракетки лежат. Смотрите, на столе и ракетки лежат уже в теннис. Юр, видал? Да вон, пожалуйста, вон они, аренда. А, это аренда. Конечно. Я и думаю, как вон так. Сидят люди за столом. Все, поняла. А я еще думаю, как так лежат спокойно, никто не берет. Теперь мне понятно. Думаете, здесь построили, да? Ю, но я не помню, чтобы вот это здание было. Ты помнишь? Я нет, не помню. Была бы. Давай пойдем посмотрим. Вышли мы из концерта, очень душно, я не могу. Я там чувствую, что у меня все, хоть полотенце банное с собой бери, прям духота такая. Песни замечательные, все, но вот мы послушали, сейчас решили пройтись поющие фонтаны. Нет, ну я тут смотрел, помнишь, в прошлый раз, у них квартет. Да, классно и, было. И там тут действительно сильные голоса, не, такие, ну, это мощные. Тоже мужчина пел. Мощь, ну да. Тоже хорошо. Ну я, честно говоря, ждал этот квартет, думал, что он будет выступать. Квартет. И ждал до последнего, но... Но? Ну, они, смотри, как красиво сделали, по-моему, дворец такой. Да, вот он, как выглядит. А раньше здесь просто была площадка, здесь стояли стулья, мы в том году снимали здесь. Спокойненько, а сейчас вот какая площадь большая. Смотри, как народный танец. Угу. И танцы здесь, и песни, в общем, дворец творчества. Шикарно выглядит. Да, согласна. Я сейчас... Вот это вот, она на ремонте. Ну да, мы так, мне нужно срочно охладиться в фонтан, все, фонтан. А это фонтанчик, а, увидим сейчас где-нибудь. Зайка, ножка болит, маленький. Или попить купи, боржоми.
А может быть, еще танцы потом будут? Как ты думаешь, Лен? А у нас тоже, смотрите, бамбуки. Бамбуковая роща. Да. А там здание интересное. Посмотрим сейчас, я вам скажу, что это. Такая вот площадь. Мы уже с вами были здесь, еще пришли. Здесь нам очень нравится. Так, слежу, прямо брызгает на тебя, да? Сюда мы всегда приходим, нам нравится. Сейчас пойдем на мост освежаться. А это такое маленькое здание, Юра, помнишь, что это? Юра, ты помнишь, что это за здание? Да, это ЗАГС. Это ЗАГС. Это продавец шаров, Юра. Продавец. Всем понравились поющие фонтаны? А теперь запряжем мы коней, или как там? Прокати меня, тройка. Лошади, конечно, бедные. Катают тут целый день. Вообще, сады понурые, бедненькие стоят. Пойдемте. Бедненькие пьют. Пустуали, малюсенькие. Продолжаем с вами идти по узеньким, маленьким Nissan X-Trail. Красавчик мой. Ну, не мой, ну, как у меня. По улочкам Тбилиси, Батуми. 26.50 курс на 1000 рублей. Да, я забыла, где нахожусь. Простите меня. Мы устали, у нас солнечный перегрев. Тепловой удар, а не солнце. Потому что Юра правильно говорит. Когда мы отдыхали в Батуми, мы пошли, побыли на море до 3 часов, до 4, пришли отдыхать. Но так как мы выполняем план... Понимаешь, то человек очень устал. Лена, да. Не дает нам расслабляться. Да, и поэтому Юра даже вечером хотел вздремнуть, но потом понял, что вздремнуть он сможет и дома. Да, и поэтому... Будем честны, бывает правда, главное смотреть. Поэтому мы уже... Да, сейчас мы идем на площадь Европы. Ну, в любом случае, мы гуляем. Сейчас пошли, мы шли и пришли с вами куда? На площадь Европы. Я вам сейчас покажу. А когда мы бываем в Батуми, я всегда вам показываю эту площадь. Сегодня не будет исключением. У нас добавляются новые зрители ежедневно, ежемесячно. Поэтому, конечно, кто не был, будет очень интересно посмотреть вот на такую архитектуру. Смотрите, какие там часы. Юра, я не помню, это знаки зодиака или что? Или алфавит, или что, напомни мне. Я уже тоже позабыла, что это. Алфавит, да? Не помните, что это за часы? Забыла я. Ну, наверное, не помню. Сейчас мне зритель напишет. Старинные дома. Я забыла, вот это казино ж большое здание, да, по-моему? Казино, казино. Вот у нас, да. Слышь, Елен, мы еще говорит, в казино не были. Европа. А, ну все-таки казино же, я же сказала. Нет, это Европа ресторан. Я вон то здание имею в виду. Не-не, а, я вон то, видишь, принцесса с казино. Вот это. Давайте.
решили в Макдональдс зайти за мороженым. А это памятник Медеи. Статуя Медеи была установлена на площади Европы в 2007 году. Скульптура символизирует процветание и богатство Колхиды, древнейшей области Западной Грузии. Миф о Золотом Руне отражает историю ранних связей между Древней Грецией и Грузией. Медея – это колхидская царевна, волшебница и родоначальница медицины, возлюбленная аргонавта Ясона. Вот она. Вот она, красотка! В Макдональдсе это, наверное, единственное заведение в мире, где всегда очень в какой бы стране мы находились. В Турции, в Грузии, в Таиланде, в Доминикане. Я что-то Доминикан не помню, были мы, были. В общем, короче, где я встречаю на своем пути Макдональдс, здесь всегда очередь. Мы уже проголодались. И в этом же Макдональдсе. Да не проголодались. Да нет, пить охота, купили мороженое. Вкусно. И сок апельсиновый. Пить. Мороженое мы поели. Идем теперь на площадь Пьяцца. Где мы проходим заведение. Что-то играет на гитаре. Разные вкусы недели, на разные. Есть грузинская кухня, есть европейская. Есть, вот я сейчас спрашивала, азиатская, суши. Такая маленькая коробочка, узенькая. Давайте. Ну, кто-то... Ну да, кто-то любит вот такие отели. Ну да, нам с Юрой не очень такое расположение нравится. Здесь вот есть столько людей, идет мимо, и ты здесь сидишь, да? А ты сидишь, смотришь на витрину. Ну да. Вот мы с вами таким образом гуляем по старым улицам Батуми. То мы с вами живем, где современная часть. И здесь вот совсем уже по-другому все выглядит. Я думаю, вам интересно тоже погулять, посмотреть вместе. О, мы с вами уже практически дошли. Вот. Наш Такерхан дорога. Показали площадь Пьяцца. Да, видите, люди танцуют. Да, Юрий говорит, что ему не очень весело. Сейчас тебе танцевальную включат. Пойдем, Лен. Юра зовет нас с собой. А ты... Бутылочки-то нет, как ты будешь пить?
Я уже пошел так. Ой, не надо с руками. Что-то он с фонтана побегает двумя руками, как в детстве. Мы так тоже так в детстве, да, снег ели. Ну что, зачетное место, согласитесь? Кто будет отдыхать по Тумне? Здесь всегда кто-то выступает, кто-то что-то поет, очень здесь весело. Пойдемте дальше гулять с вами. Мы сейчас с вами, наверное, в порт выйдем. Покажу вам порт. Ну, представление о старом городе вы уже имеете, правильно? Что такие узкие улочки. Это такая на выезде из Батуми. Мы сегодня были северные, купались, видео вы видели, где аэропорт. Это уже южная часть, где порт. Ну, сейчас пойдем. Мои пошли водички купить. Купил на Беглаве, 2 лары стоит, это 74 рубля. Очень нравится ему на Беглаве, мы дома всегда упаковками покупаем. Ну и скажи, чем отличается домашняя вода? Да, я попью. Ну, трудно. Вот, ну, такая же, да? Да нет, дело в том, что если взять две бутылки поставить, то тогда можно сравнить. Mm. А так тяжело сравнить. Ой, по мне так одинаково. Одинаковая на вкус. Мы с вами пришли в Уат погулять. 20... Что, бутылка 74, я же сказала, 74. В рублях. Да. Это да, но ты же здесь, ты здесь не оптовый покупатель. Мы дошли до Ниной Али. А здесь еще, представляете, уже 12 час, все набирают. Поездка прогулочная. Десять минут делает круг. Расходятся, потом друг через друга обратно проходят. Тоже живая музыка на скрипке. На скрипке слышите играет? Не знаю, слышно вам, нет? Белла Чао. Как они нравятся. Все для меня. Я люблю. Была бы моя воля, я бы на даче вообще все... Была бы моя воля, я бы на даче все бы обвесила такими фонариками. Да, дорогие мои друзья, надеюсь, вам видео наше понравилось. На этом заканчиваем. Сейчас мы идем в магазин. Нам нужно купить яйца на завтрак. Ну, в общем, я очень рада, что вы меня посмотрели. Пишите комментарии. Спасибо вам большое. Кто не подписан, подписывайтесь. Мне будет очень-очень приятно. Это будет награда за мой труд. Все, пока. Всех люблю, целую. Всем отличного настроения.